когда ко мне ребята обратились и сказали, что это про гонки, про то, что в этом спорте участвуют студенты, это для нас было новостью, открытием. Есть идея, да, построить беспилотный болид, начать что-то новое, то есть не строить, как каждый год, одну и ту же бензиновую машину пилотируемую, а построить совершенно новое, что еще не делали в России вообще. Когда ребята к нам обратились, они еще не очень понимали, что мы им можем предоставить. То есть они просто искали помощи на рынке. Ну, причем гонки же это про скорость, а мне кажется, что вот наш бизнес облачный, он тоже про скорость. Когда болид движется по трассе, ему надо знать, куда двигаться. Трасса заранее неизвестна. Известно только то, что она выложена конусами четырех типов, но где они относительно машины, неизвестно. Так вот, благодаря камере, лидару и алгоритмам обработки изображения облаков точек, болид узнает, где эти конусы. В связи с тем, что нам нужно было обучить довольно сложную, скажем так, нейронную сеть, мы обратились к Яндексу за помощью в плане именно вычислительных ресурсов. И, например, чтобы на нашем лабораторном компьютере обучить, потребуется недели для одного обучения. Если запустить этот вопрос на моем компьютере, он просто встает, и так, пока ты его как-нибудь принудительно не выключишь, он не станет работать дальше никогда. Первым шагом мы им предоставили возможность использования наших вычислительных мощностей под их задачи. В это же время у нас появился новый продукт Яндекс.Датасфера, который помогает создавать и обучать модели машинного обучения. И причем, учитывая, что ребята в это время готовились к соревнованиям, и это было критически важно для них, конечно, им это позволило получить конкурентное преимущество перед другими командами. То есть они смогли сфокусироваться на своих спортивных задачах по построению болида и обучению моделей. Мы хотели бы, чтобы комьюнити в России, сообщество «Формула студент», оно также смогло, как и мы, выйти за вот эти рамки проектирования и изготовления автомобилей с бензиновыми двигателями, построить свой беспилотник. Яндекс.Облако позволило им систематизировать, выстроить работу по созданию болида. Нужно не бояться брать на себя трудные задачи, ставить себе высокие цели и стремиться к ним.